аннулированы. Молочный бренд, молочная сестра, считается молочное предплечье, это так, что остается желтичок. Помарное масло на молочном супе, и четкое родимое пятно, единое на весь состав детсада. Кто наших лет, тот нам молочный брат, мы скормлены одной молочной кухней. О чем вы, Саш, какая пепсикола, какая родина, какой почему? Вся столица сияла. Сияла, дотолковала, как Маруся над лесом летала, дотолковала. Вся станица слушала, слушала, докивала, как Маруся певала. Да, допускаю, что будущее тревожно, но поиск твоя отважна. Из того, что нужно много и невозможно, потому не важно. Все, что от Бога страшно, все, что от мамы ложно, все остальное в целом совсем не сложно. В частности, смерть непреложна, истина неизбежна. У Маруси два полевых, одно на живое. Немцы ее того, а она живая. У этого тоже такая нашивка, не разобрать какая. Прилетает, а тут улыбается вот так рукой, юбочка прилетает, еще помню, люблю, жалею. А этот, кто ему подъедает, пялится в иллюминатор, тут смеются, а этот, конечно, пялится, не оторваться. А тут ему думает, бедная юбочка, я тебя не выдам. Никому не стану рассказывать, что я тебя видел. Ни Петру, ни Павлу, ни Синчику, ни Андрюшу, никому, короче, из наших. И они мне, конечно, такие, даешь, папаша, если он вправду летал, чего ж ты его не видел. А я не гордая Юрочка, я тебя не выдам. Не хочу пугать своих мальчиков, весь этот нежный выводок. Приходи с своим ходом, Юрочка, становись в очередь, загляни после. Я вообще люблю, гости люблю, у меня часто просто. Не забывай, короче, свинься, будет здорово. А я так вот скоро. А тут тепло тебе не разыграл, Юрочка, не бывает такого. Он не сходит, а тот как раз выходит, и они встречаются у реки многоногой. Влачащие по мутным волнам барсетки, сумочки и тюки, изливающиеся из первого к рождественке, к воскресенке, из последнего в мертвые черные тупики. Им обоим пора уже начать, а они молчат и глядят друг другу через плечо, вокруг все течет, себе течет, никто их не замечает, только дежурный с халатой что-то чует, нервничает, когтями оглаживает рычаг. Это пятница, 8 вечера, жар подземные, измученные тела. Они читают в глазах друг друга своих заплечных, говорящих, я за тобой пришла. И пред ними склоняют увенчанные чела и не оборачиваются. Потолок не сворачивается, лампы не чернеют, не источают чад. И тогда дежурный эскалатор переступает копытом, медленно вдавливает рычаг. Эскалатор замедляет ход, предстоящие выходы падают на чело. Над Москвой остается ночью, все черным-черно. Эти двое невидящими глазами глядят вперед, и Христос безмолвствует. И Орфей поет, нет, у смерти нет для меня ничего. Нет, у смерти нет для меня ничего. Из цикла метро Жаккарда. Как умирают 5 числа? Как умирают 3 числа? Как умирают в первую понедельник? Лежат и думают, сегодня все музеи закрыты, санитарный день. Все неживое чайное ощущение, и чучело спокойнее смотрят в вечность, когда стряхнули месячную пыль. Как умирают ближе к 4 детсадовский рабочий полник? Ближе к новостям. В 6:10, 5:03, вот сейчас. Какие же мы стремимся, чтобы никого из нас не упустить? Из этого метро Жаккарда. Смерть, возвратившись с кладбища, не проходит на кухню ужинать. А прямо в ботинках валится на кровати, быстро, обессиленно засыпает. Ты задерживаешь веку в воздухе. Нужно 5-6 секунд, чтобы раздражение сменилось аппетитом. Как с утра, когда она наваливается сверху и начинает елозить и целоваться. Идет душа, качается, вздыхает на ходу. Ох, я сейчас убью и украду, и возжелаю, я уже желаю, ведь я душа живая. И день за днем от страха чуть душа, иду, послушная душа, деревнеют ножки. И только мне упасть случайно вправо шаг, и только мне упасть случайно влево шаг, не сбиться с указанной дорожки, от дома до метро до дома, от метро сквозь темные холодные дворы. И я едва жива, а досочка качается, и все мне не забыть, что досочка качается, и я все равно не скоро упаду. Так пусть уж лучше, я убью и украду. Я отрублю колодцы в плату и Украину, уничтожу кладом. Меня ли испугаешь ладом? Спасибо.